кого-то есть сеть, потребительская сеть, и он работает с нею в системе, у него не только деньги, но и время. Miért? А почему? Mert akkor is dolgoznak emberek, amikor te mondjuk lehet nyarasz. Потому что ваши люди работают даже тогда, когда вы, скажем, отдыхаете. Akkor is dolgoznak emberek, amikor mondjuk te lehet alszod. И даже тогда работают, когда, вероятнее всего, вы решили чуть-чуть побольше поспать. Mert megtanítottad rá, tehát megtanítottad arra, amit te tudsz, ő azt csinálja már magától, és nincs rád szüksége. Потому что вы уже обучили своего человека всему, чего знаете вы, он уже не нуждается эффективно в вас и работает без вашего контроля и участия. És egy idő után el tudsz jutni arra a szintre, hogy ha úgy gondolod, abba hagyod, de mindig lesznek a csoportodban olyan emberek, akik dolgoznak, mert... И со временем вы достигнете того уровня, когда вы свободно можете остановиться. Ведь в вашей группе, команде всегда будут люди, которые работают. Mert én 6 éve csinálom, 5 éve csinálom ezt az üzletet. Én 5 évvel ezelőtt kezdtem el az álmaimért dolgozni. Потому что я 5 лет работаю в этом бизнесе. 5 лет назад я начал работать ради осуществления своей мечты. De az én csoportomban, ami egyébként ez a terem is hozzátartozik, most is van itt új ember, aki be fog lépni, és ő ma kezdi el az álmait megvalósítani. Но в моей структуре, кстати, вы тоже являетесь участниками моей структуры, точно есть люди, может быть, даже которые только сегодня присоединятся к нам и сегодня начнут работать. Я думаю, вы не обидитесь, но я получаю деньги и за этот процесс. Но вам выплачивают гораздо больше, чем мне. Ведь это основа работы всей сети. И у вас также будет это работать. У вас будут такие люди, которые присоединятся к вам, может быть, на следующий год, через 2 года, может быть, через 2 дня. И они будут работать не для того, чтобы вы хорошо зарабатывали, а для того, чтобы они хорошо зарабатывали. Так, как он объяснил, я не азерт долгостам, 5 лет назад, чтобы я спонсоромнак, то есть Firefly-снак, шок пенс чинаю. Я не азерт долгостам. И буду откровенен, 5 лет назад я начал вкалывать не потому, чтобы мой спонсор, компания Firefly, хорошо зарабатывала на моем труде. Азерт, чтобы я на шоят алмаймак мег тудьям валушитани, азерт, чтобы я на чаладомнак мегатхашам азт, амит элképзелтем, хоть яр неки. Нет, я начал работать для того, чтобы осуществить свои мечты, чтобы предоставить семье своей то, что, по моему мнению, чего они достойны. Но это опять-таки относительно. И вероятнее всего, если вы только сегодня начнете заниматься по-настоящему этим бизнесом, вы также найдете мотив. Вы не будете работать для того, чтобы ваш спонсор хорошо зарабатывал. Начиная с этого момента, что является тем, на что вы должны однозначно фокусироваться? Все, что находится ниже вас в структуре. Это то, на что вы должны фокусироваться. Ваш бизнес начинается от вас, вниз, в глубину. Мы никогда не смотрим вверх. Мы никогда не смотрим по сторонам. Только вниз. De abból keresel pénzt, abból valósítod meg az álmaidat. Ведь вы только из этого получаете, зарабатываете, только за счет работы этих людей вы осуществляете свою мечту. Ha a szponzorod jól keres, ha nem, de arra fókuszálj, te jól keresel. Если у вас спонсор хорошо зарабатывает, отлично. Если не очень, все равно вы концентрируетесь на то, чтобы вы осуществили свою мечту. De arra fókuszálj, hogy az alattad lévő emberek jól keressenek, mert akkor te még jobban fogsz keresni. Даже добавлю, вы фокусируетесь на то, чтобы люди, находящиеся под вами в структуре, хорошо зарабатывали, ведь за счет этого хорошо заработаете и вы. Я поэтому и постоянно разъезжаю на такие семинары, как наши. Я стремлюсь передать свой опыт, может быть, какие-то наработки и новшества вам, за счет чего, возможно, вы это примете и начнете использовать и станете успешными, а это приятно и мне. Сейчас мегинчок релатив. Но это все относительно. Валакинек элег 6000 доллар.
Кому-то достаточно 6 тысяч долларов в месяц. Валакинак аз 1000. Кому-то 1000. Да валакинак аз 180 аз 1000. А кому-то и 184 тысячи с копейками мало. Ha megnézzük, most világszinten 20-30 ezer ember van benne a Fireflies-ba összesen. Если посмотреть во всем мире сейчас в структуре Fireflies около 20-30 тысяч человек. Суммарно. Van egy új bónusz, a loyalty, ami felpesdítette most ugye a vérkeringést az egész Fireflies-on belül. Ennek köszönhetőek ezek a fizetések. У нас появился новый бонус, цикличный бонус лояльти, за счет чего данные проплаты и настроение в структуре, естественно, взбудоражено. И вот результат этого взбудораживания И это произойдет у вас, если вы сфокусируетесь в нужное русло. Mert ugye én, nekem azt tanították, hogy az én vezetőm jelene az én jövőm, és ez ugyanígy érvényes rátok, hogy a te vezetőd jelene a te jövőd. Потому что меня учили так. Настоящее моего спонсора – это мое будущее. И у вас так же будет. Настоящее вашего спонсора является вашим же личным будущим. Mi van még mondjuk egy network marketingben? А что еще есть в сетевом маркетинге, скажем? Vannak cégek, akik már 50 éve működnek, 40 éve, 30 éve működnek, mást értékesítenek, más a fogyasztói kör. Есть компании, которые 40-50 лет уже работают. Да, они реализируют другие продукты, у них другой круг потребителей. És nyilván vannak olyanok, akik azóta se keresnek belőle pénzt, vannak olyanok, akik ennyit, vagy ettől sokkal többet keresnek már. И там также есть люди, которые и сейчас, несмотря на все старания, не зарабатывают там деньги. Есть, которые вот эти суммы зарабатывают, и есть, которые гораздо больше зарабатывают. De nem 5 év alatt érték el. Tehát egy nagyon gyors piacon dolgozunk a turizmusban. Да, но они зарабатывали благодаря компании, которая не 5 лет на рынке, а мы с вами находимся в динамично развиваемся сегменте туристического рынка. És a network marketing az pedig óriási dolgokra képes. А сетевой маркетинг способен действительно на великие дела. Tehát vannak olyan emberek, akik network marketingből havi 1 millió dollárt keresnek jelenleg is. Есть люди, которые